Тура и Брагин, искушение, соотделение Благовед, Ленинградская область, и приготовиться Евгения Нижина. Дорогие друзья, уважаемые гости, разрешите представить почетных гостей турнира. Президент Федерации дзюдо России Василий Васильевич Анисимов. Брат первого президента Чеченской Республики, президент Федерации тяжелой атлетики Чеченской Республики Магомед Абдулхамидович Кадыров. Первого председателя Государственного совета Чеченской Республики, заместитель руководителя казначейства России, почетный президент Федерации дзюдо Республики Эли Абубакарович Исаев, президент Федерации СКФО Амруды Ахметович Эльгириев, министр спорта Республики Ингушетия Дауд Израилович Алтазуров, президент Федерации дзюдо Чеченской Республики Асланбек Шахиевич Хазуев, президент Федерации дзюдо Ставропольского края Сергей Анатольевич Захарченко, а также сыновья первого председателя Государственного совета Чеченской Республики Хусейна Абубакаровича Исаева, Мурат и Магомед.
Бекам Махмате Иргут. Благодарю приглашает Гербекова с Кирби Карачая Черкесия Межитов Базилович, Чеченская Республика. За ними Умаров Наир, Чеченская Республика, Седакова Азаман Ставр. Победил Соломерий, Чеченская Республика.